Тверском городском музейно-выставочном центре продолжается работа художественной выставки-продажи творческого объединения «Перекресток Арт-Прорыв». В проекте принимают участие порядка 70 авторов. 10 февраля состоялось открытие выставки «Арт-Прорыв». Уже не первый год художники из разных городов России демонстрируют свои талантливые работы на данной выставке. Проект осуществляется при информационной поддержке журнала «Реноме» «Тверской регион», радио «Комсомольская правда» «Тверь» и телеканала «Тверской проспект». 70 художников, только вдумайтесь, это очень много. Твери, Тверской области, Москвы и Московской области представляют здесь свои красивые, прекрасные, позитивные работы. Заслуга в этом проекте принадлежит не только нам, да, журналу «Реноме», который все это организовывает, но, безусловно, объединению «Перекресток», которое объединяет талантливых художников Твери, значит, и области. На выставке представлены экспозиции различных жанров и направлений. Живопись, графика, объемные витражи, куклы ручной работы, батик, игрушки, авторские ювелирные изделия и многое другое. Кто еще не был на выставке, спешите. «Арт-Прорыв» открыт в музейно-выставочном центре для всех жителей нашего города с 11 по 27 февраля. Вход свободный.